Здравствуйте, это Клондайк, Клондайк на андроиде. Итак, у нас осталось совсем немножко, 14 часов, и наше мероприятие подходит к концу, заканчивается. Да, кто сколько успел, сегодня доделываем, и все. Завтра будет новый день, и завтра уже не будет нового острова. А 20-го у нас появится лагерь рыбаков. Ну, до 20-го появится прекрасная возможность погулять в торговой компании или поделать что-нибудь на домашних островах или на тех, которые постоянно, ну, обратите внимание, подарков такие довольно-таки дали, ну, не все так хотелось, всегда бывает мало, никогда ж не угодишь, но все же подарили, все же что-то есть, и пока еще даже не все потрачено. И это на самом деле очень-очень радует, скажу я вам. Да, местами оно очень большое, громоздкое, но поверьте мне, у нас на острове, на домашнем, мест прям-таки предостаточно. И все прекрасно, прекрасно помещается. Наконец-то мои поросята перестали голодать, потому что я закончила строительство на временном острове. И теперь у меня даже начал появляться собственный хворост. Травы приходилось садить немерено, пока растили траву, не делали ничего другого. Тоже печалька печальная, но ничего, прорвемся. Часть заводов по этой простой причине встала. Ну, прежде чем восстанавливать заводы, я восстанавливаю что? Правильно, сначала кормлёжка, потому что если животные голодные, это говорит о чем? О том, что у нас не будет энергии. Мы их не покормим, они не позолотеют и не подарят нам чистую энергию, благодаря которой мы можем благополучно играть и расчищать острова. Большая-большая часть. Так, всех собрать, всех поставить, всех организовать. Ну, уже на этом уровне, который сейчас у меня есть, финансовые проблемы я больше пока, ну, не замечала. На маленьких уровнях, да, постоянно надо было золото сдавать, еще что-нибудь химичить. Тут все, поезд ушел. Золото я периодически делаю, потому что иногда его хотят поменять. Но уже не продаю ради денег. Видите, я даже накопила себе, ну, типа, чтобы было. Немножко улучшилось состояние угля, потому что, кто помнит, кто смотрит, у меня было совсем печалька печальная. Сейчас не все так прям ужасно, не все прям так печально. Так, сейчас еще постараюсь сделать немножко энергии. И пойдем, наконец-то, закончим это главную цель, которую, ради чего я начала писать это видео, чтобы показать вам свой подарок. Чтобы кто не успел дойти самостоятельно, хотя бы посмотрел и понял, стоит ему расстраиваться или нет, что он туда не добрался. Вот у нас паровозик появился, у нас появился такой стол. Это все, это наша новая, это обнова. Ну что, побежали, побежали на остров, пока нас там еще ждут. Ждут еще 14 часов. Вот мы ехали-ехали, наконец приехали. Итак, ради чего это видео? Вот. Наши весенние приключения подходят к концу. У меня остался один цветочек аленький, и все это надо благополучненько прибрать в корзинку, послаживать цветочку, и наша красотень закончена. Мы получили, ура! Изысканную статую, будет просить нам шкатулки и радовать глаз. Ну, шкатулки — это всегда хорошо. Теперь можно будет поехать домой и отвезти. Но сначала давайте уже добьем энергию, что есть. Да, в этот раз я не смогла, конечно. Вот тут вообще ни о чем. Ну, 50% получено, и это уже хорошо. Так, сюда можно уже не заглядывать. Ну, вот хотелось бы еще, безусловно, забрать, но 100 очков. Не знаю, не знаю, вообще не знаю. Но вообще на того не стоит, так что прям если конкретно. Так, вот тут осталось совсем чуть-чуть. Но это чуть-чуть надо еще добыть, скажу я вам. 21. Ах, подождите, это есть, а вторая где? Ага, они обе там. Вот ошибочку я сделала, надо было брать большой камень. И все, и было бы все доступно. Нет, я тут начала круги нарезать, скажем так. И в итоге мне не хватило энергии. Ладно, поедем, посмотрим на нашу
главную достопримечательность. Кстати, в этот раз мне совсем не понравилась наша рулетка, потому что призы были отвратительные. Если в прошлый раз много выпадало мне хорошего, а в этот раз, ну вот это вот главный приз. Курица, ешь! И все на этом. Нельзя же только курей кормить. Хочется и чего-то там, энергии. Динамита вообще не выпадало. Учитывая, сколько я расчистила, могли бы хоть немножко дать. Пожадничали. Итак, начинаем все устанавливать. Ну, куры ели, конечно, хорошо. И то, видите, еще все не съели. Еще он есть. Предыдущая. И сейчас еще одну ставлю. До коллекции. У нас вот такая была дама. И вот теперь другая. Что она будет приносить? Сколько раз? Иногда вот так вот нажимаешь показывать, иногда говорят, обойдетесь, сюрприз будет. Так, мне бы закончить, очень хотелось, очень. А энергии, ну, не очень. Я подумала, раз хочу энергию, немножко ускорить кораблик, тем более, думаю, у меня на него все есть. Но подарок подкачал, честное слово, подкачал. Я думала, будет хотя бы 25 энергии, 15, вообще ни о чем. Ладно. Что есть, то есть. Ну, следующий мне не подходит. У меня столов нету и ящиков нету, так что... Нет, ну, можно было бы, конечно, начать процесс, но не думаю, что столы... А вообще столы-то есть. А вот ящиками таки засада. Так, надо поставить, кстати. Пусть делается. Завод пока гуляет. Вот займусь нужным делом. Что мне так досок мало на самом деле. Так, и вот это вот давайте сделаем. Тоже так, типа, чтобы было. Так, ты работаешь, ага, со столами. А ты давай не спи. Ой, деревянных ящиков нет, а вот этих можем 4 сделать. И, кстати, надо клей было поставить. Как-то я вот не догадалась. А, у меня же теперь 4 завода. Ну вот на 4-й я... Ой, как все печально... С растениями. Сейчас посадим кукурузу. А что делать? Кукуруза кукурузная. Расти, пожалуйста. Так, мы доехали до острова. Тут осталось вот как раз вот раз и два. И мы сможем закончить еще одно задание. Отлично. Починить. Как новенькое. Получить. Динамит это всегда радует. Осталось одно задание, но... 5 изумрудов очень-очень хочется на самом деле. Но никто не знает, ой, добуду я их или нет. Нам бы сейчас вот тот вот товарищ, который там на своем голубом вертолете и бесплатно покажет кино, ну что-то он сегодня вообще не хочет приходить. Вот сегодня ж последний день. Ой, стоять, зачем я это сделала? Вот кто знает, я ж могла принять динамит. Немножко побаловаться. Кто мне мешал? Никто. Ладно. Нам же сюда надо, правильно? Ну да. Что будет, то будет. Ну вот. Немножечко совсем. А, может быть, я уже смогу покрутить, и мне так сильно дико повезет тут с той энергией. Да, покрутить могу. Ну, или два динамита. Ну, дайте хоть раз. Ну, ладно, один динамит дайте. Вот, 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 я не буду врать. Смотрите, опять вот одно и то же. Ну, просто нет слов. Зачем столько давать только для курей? Это же подарок. Это же должно быть не только для курей. Ну, они думают по-другому. Кстати, это последняя территория, которая с туманом. С туманчиком у меня больше нет ничего. Да, если было бы еще денечек, я бы как раз повыбивала уже ресурсы. Ну, на ресурсы у меня явно времени не хватит, потому что пока я закончу это задание, как раз наше время и закончится. Ну, ладно, а видео мы на этом заканчиваем. Всем пока!